Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, вновь немножко не как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе, потому что мы сегодня начинаем новую книгу Торы, книгу Шмот, вторую книгу Торы. И очень много происходит в этой главе от начала до, до окончательного рабства, но главное, это, конечно, на первый план истории выходит Муше, и больше со страниц э, нашей Святой Торы он не уходит. Даже в той главе, где он ни разу не упоминается, он все равно, конечно же, там присутствует. Но этот выход Муше на первый план, он не происходит в один день, потому что воспитывается он как египтянин, как египетский э, принц. Потом э, Медерш говорит, что он был достаточно долгое время царем в государстве Куш, потом он становится пастухом в Медьяне, и к тому времени, что к нему обращается Всевышний у горящего куста, он уже проживает много жизней. И тогда можно понять, Ответ Муше на, так сказать, предложение, или точнее не под предложение, а назначение его спасителем еврейского народа, он спрашивает у Всевышнего, а кто я такой, чтобы идти спасать еврейский народ? Мушарабен продолжает задает Всевышний вопрос, а кто ты такой? Меня евреи спросят, кто тебя прислал. Я должен был сказать, кто тот Бог, который меня прислал. Всевышний отвечает ему на второй вопрос. И говорит странную фразу, что я такой, как я есть, и е, -шер -и -е. Что это значит, это другой вопрос. Но почему Всевышний отвечает на первый вопрос? Мушарабен в первую очередь спрашивает, кто я такой? Но может быть. Может быть, именно то, что Муше задает этот вопрос, кто я такой, уже одновременно является и ответом. Потому что подобный вопрос задавался раньше. В самом-самом начале Торы, когда Всевышний сотворяет нашего первого человека, первого нас, Адама Решона, после того, как Адам, в прямом смысле словно, заблудился в двух деревьях райского сада, ведомый своей похотью, Всевышний его спрашивает, «Аека, где ты? Кто ты?» Зачем Всевышний задает вопрос Адаму? Адам пытается прятаться от того, кто он есть. И Всевышний ему говорит, кто ты сейчас такой? Ты все время должен спрашивать себя, где я нахожусь, кем я являюсь. Всевышний ему напоминает, что ты плод рук Всевышнего как такового, ты по образу и подобию, как ты мог заблудиться в этих двух деревьях? Все, что нужно было делать, просто продолжать до, до Шаббата. И вот тут, через много столетий, даже тысячелетий, приходит Муше. Муше, который просто задает этот вопрос. Кто я? Это, с одной стороны, конечно же, риторический вопрос, но на самом деле это очень важный вопрос, который и определяет, почему Всевышний назначает Муше спасителем еврейского народа. Да, Муше Рабейну растет как египтянин, как египетский принц, но когда впервые он ощущает свою связь с еврейским народом, он выходит и он заступается за другого еврея, это ему потом вышло клином, но он чувствует боль своего народа. И кем бы он ни был, пастухом, царем, священником и так далее, ему болит за другого еврея. Он это его самоидентификация. Он чувствует боль каждого еврея. И когда фараон говорит Муше и Аарону, идите к своим страданиям, имея в виду, что они в рабстве не находятся, они не могут. Потому что Аарон, как и Муше в первую очередь, они чувствуют эту боль другого еврея. Раф Йосиф Соловейчик, один из важнейших раввинов XX века, видит, что происходит в это время, в его период, когда еврейский народ находится в этом кризисе, еврейской самодификации, и никто не может толком ответить, кто я такой сегодня. А сегодня, уже в 21 веке, это все только усугубляется. Он говорит, да, сегодня есть совершенно разные идентификации евреев, религиозные, нерелигиозные, верующие, неверующие, соблюдающие, не соблюдающие в такой кипе, секой кипе. Но он говорит одну вещь. Все то время, что тебе болит за другого еврея, ты являешься частью еврейского народа. Поэтому вопрос Муше — это постоянный вопрос, который мы должны задавать себе. Кто я такой? Все то время, когда мне не безразличен другой еврей, я являюсь частью еврейского народа. Я муше в это время. Успехов. До встречи. Пока.